Die Deutsche Welle, что в переводе означает «немецкая волна». По таким названиям студенты Ингусского государственного университета открыли новый клуб, в котором будут общаться только на немецком языке. Нужно отметить, что ребята этого факультета уже побывали на стажировке в Германии, где приятно удивили своими знаниями самих немцев. Мы решили создать научное студенческое общество, которым говорит только на немецком языке, которым студентам должно быть легче освоить язык и изучать этот язык. У нас здесь в университете есть много немецко владеющих студентов, и мы с ним решили создать один клуб. И сегодня у нас было мероприятие для открытия этого клуба. Это называется немецкий Deutsche Welle. Это имя клуба мы создали нашу собственную. Как маленький мир. Немецкий мир в этом университете. Которые изучают немецкий язык, даже английский. Они могут заходить, изучать, смотреть, как это. У нас есть опытные студенты, которые прожили много лет в Германии. Они знают, как вести с другим студентом. Они могут объяснить, что можно было бы сделать, чтобы легче стало изучать этот язык. В мероприятии принял участие гордость ингусского народа, олимпийский чемпион, профессиональный боксер Рахим Чахкиев, который в настоящее время тренируется в Германии. Сегодня мне приятно, что мы пригласили меня на открытие своего клуба. И было приятно послушать их. Я надеюсь, этот клуб будет иметь свое существование. Поможет ребятам лучше освоить язык. Рахим Чахкиев пожелал нашим студентам всего хорошего. Студентам немецкого отделения факультета иностранных языков остается пожелать дальнейшего совершенствования и развития клуба «Немецкая волна», чтобы о нем знали не только в нашей республике, но и на современной родине немецкого языка. Магомед Кадзоев, Рустам Чахкиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.